Здравствуйте, Биби. Если ему звонят с полиции, там 2 часа ночи, и говорят, что ваш спортсмен здесь, он говорит, он был моим спортсменом, а вот сегодня вы позвонили, он больше не мой спортсмен. Потому что если он мой спортсмен, он должен соответствовать моим требованиям. Если он не соответствует моим требованиям, он должен отдалиться от команды. Потому что, как говорится, если в ящике есть испорченные помидоры, надо испорченные вытащить.